Добро пожаловать на самое грандиозное концертное шоу. 15-ю церемонию вручения национальной премии «Золотой граммофон». Сегодня на этой сцене для вас выступят лучшие артисты 2010 года. Можешь ли в секрете, ты хранить в секрете музыку мою? Обещай, что можешь, обещаю тоже, тайну сохраню. Я тайну сохраню. Знаю, тайну разгадаю музыки одной. Все откроют тайны, все откроют тайны. Голос твой, любовь. Друзья, добро пожаловать на 15-ю юбилейную церемонию вручения премии «Золотой граммофон» в Кремле. Мы хотели бы сейчас, друзья, пригласить к вам сейчас еще один дуэт, который бы вручил вам первую премию «Золотой граммофон» не сегодня. Не менее достойный дуэт. Это композитор Игорь Крутой и великолепная дива Лара Фабиан. Я хочу поздравить с 15-летним юбилеем «Золотой граммофон» Русское радио Сергея Кожевникова. В этой песне все совершенно, стихи, музыка и, конечно же, исполнение. И уговорить Аню Нетребко петь дуэтом мог только этот милый болгарский юноша. Здесь в первом ряду сидит мой отец Бедрес Киркоров, известный тенор. И сегодня его мечта сбылась, потому что Анна – это его любимая оперная певица. И он всегда мне говорил: я очень хочу, чтобы ты спел с этой потрясающей певицей. Его сегодня мечта сбылась. Спасибо. Спасибо. Скажем спасибо знаменитой оперной школе Бедроса Киркорова. А вот этот вот замечательный приз сегодня улетит в Швецию. В Швецию, потому что автор этой песни именно оттуда. Соратник Аббы, человек, который все видел и делает эту музыку очень давно. И он сегодня в зале, он прилетел специально на эту церемонию из заснеженной Швеции. Люди сидели, не знали, что рядом швед. Хочу сказать, это новая для меня сцена и новая публика. Я очень счастлива выступать здесь сегодня перед вами. И хочу
прежде всего поблагодарить, конечно, Филиппа за его страсть к музыке и страсть к тому, что он делает. Это все случилось благодаря ему. Спасибо. Хотелось бы мне прямо сейчас обратить всеобщее внимание на два письма, которые пришли сегодня к нам сюда. Итак, коллективу радиостанции «Русское радио». Дорогие друзья, рад поздравить вас со знаменательной датой, 15-летием, со дня основания «Русского радио». Сегодня «Русское радио» — это одна из крупнейших радиосетей, работающих в FM-диапазоне. Благодаря вам миллионы граждан России, стран ближнего и дальнего зарубежья знакомятся с новинками российской эстрады, классическими хитами известных отечественных групп и сольных исполнителей. Большой популярностью пользуются выходящие на волнах «Русского радио» развлекательные шоу и викторины. Убежден, что благодаря таланту, профессионализму и преданности делу вы и впредь будете успешно конкурировать на медиарынке, привлекать все больше слушателей и добиваться новых творческих успехов. Желаю вам благополучия и удачи. Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. И есть еще одно письмо. Дорогие друзья, поздравляю вас с 15-летием радиостанции. С тех пор, как в эфире впервые прозвучали позывные «Русского радио», число его поклонников неуклонно растет. Сегодня миллионы людей в нашей стране и за ее пределами с удовольствием слушают песни отечественных исполнителей, ваши музыкальные и развлекательные программы. И благодаря этому получают заряд бодрости и энергии, хорошего, позитивного настроения. «Русское радио» справедливо считают одним из самых успешных, востребованных и масштабных медиапроектов. Вам удалось не просто создать широкую разветвленную сеть вещания, но и найти свой собственный стиль, неповторимые интонации – в общении со слушателем. Это большая заслуга яркого, творческого коллектива радиостанции, который всегда полон новых идей и планов. Искренне желаю вам удачи и всего самого доброго. Председатель правительства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. На сцене Валерия Капелькою. Очаровательная Валерия для выступления на сцене «Золотого граммофона» заказала платье у известного дизайнера Игоря Чепурина. Песня «Капелькою» так же очаровательна, как и сама Валерия. Между строчек чистого листа не найти ответа на вопрос. Выше, чем любая высота, без которой ты меня унес. Тишина разбудит все слова. Что должно быть, все произойдет, потому что ночь всегда права. Права. Валерия, да.
ваша жизнь послужила основой для увлекательного кино. Не только про жизнь Валерии, но и про жизнь ее мужа и продюсера. Иосифа Пригожина, да. То есть первоначально планировалось вообще снять фильм об Иосифе Пригожине, но выяснилось, что американские мультипликаторы уже сняли один такой фильм, и поэтому было принято решение снять такой совместный сериал. Мы хотели бы пригласить сейчас сюда, на эту сцену, человека, который, вы не поверите, отважился сыграть роль Иосифа Пригожина и войти в это нелегкое сравнение. У нас в гостях актер, музыкант, поэт Алексей Кортнев. Друзья дорогие, я поздравляю всех, в первую очередь, конечно, вас, Валерия. Как вы понимаете, у меня в этом фильме был прототип. Это как в автомобильной промышленности. Сначала изготавливается прототип, потом он доводится до ума, и тогда уже выпускается на рынок. И вот сейчас я хочу этого прототипа, с вашего позволения, прототип. Пригласить. Именно так его называют, да, во многих караоке-барах. Друзья, давайте пригласим. Иосиф Пригожин у нас сегодня здесь. Истинный муж и настоящий продюсер. Встаньте рядом, посмотрите. Друзья, посмотрите, насколько кино, конечно, приукрашивает жизнь. Как у нас сегодня все по-семейному. Да, Валерия и два ее мужа. Издалека вы напоминаете бильярд. Мне в жизни повезло, спасибо всем, спасибо Валерии. Вы производите впечатление человека, которому повезло в жизни, Иосиф. Мне тоже повезло. Я за постоянство во всех его проявлениях. Это 8-й по счету «Золотой граммофон». Спасибо всем, кто слушает русское радио и кто голосует за мои песни. Спасибо вам! Я представил себе, что я лист. У меня была такая фантазия. Я лист, и плывущий по реке. Александр, может быть, пора переставать пить это обезболивающее и фантазию уйду? Дорогие друзья, мы с большим удовольствием хотели бы объявить, что прямо сейчас на этой сцене для вас выступит Стас Пьеха! Правду самую горькую все равно не таи, скажи. А любовь, пусть недолгая, лучше красивей лжи. Ты скажи, я понять хочу слов обмана и верных слов. Друг от друга не отличу, как туман берегов. От тебя несет течением, но на последнем узелке нас держит нить, и в том спасенье я лист, плывущий по реке. Прочь от тебя несет течением, но на последнем узелке нас держит нить. Спасенье держит нас и не рвется нить, как спасение для двоих. Все могу я тебе простить, только прошу, не лги. Знаю, слышу я, что хочу, слов обмана и верных слов. Друг от друга не отличу, как туман берегов. Я лист, плывущий по реке. Прочь от тебя несет течением, но на последнем узелке нас держит нить, и в том спасенье я лист, плывущий по реке. От тебя несет течением, но на последнем узелке нас держит нить, и в том спасенье. Сдержит нить, и в том спасенье.
дорогой Стас, тебя поздравляет и вручает тебе золотой граммофон светский обозреватель и писательница Бажена Рынска. Я думаю, что это очень правильно, когда питерских награждают питерские. Стас, это правда, что вы выросли за БКЗ? Я вырос с видом на служебный вход и видел молодых, становление молодых звезд. Вот. Привет вам из дома Молокосоюза, Некрасова 60. Мы с вами коллеги. Это очень близко, через да? Один рынок нас с вами, да, объединял, наверное. Ну, естественно, рынок и сквер. Вас объединяет один рынок? Фактически, мальчевский рынок, да. В честь него моя фамилия, собственно, и появилась. Стас, ну, примите этот замечательный граммофон. Спасибо огромное. Диплом. Эту песню, некий фьюжн народный, сначала я не принял, и мы поспорили с Виктором Дробышем, что если эта песня получит граммофон, то на Новый год я буду работать на Виктора Дробыша, у него дома развлекать его семью, Стас, поэтому... я не хочу вас расстраивать, вы работаете последние 6 лет на Виктора Дробыша. И так бы там Но были. В Новый год я и работаю... И конца этому не видно. Виктор, готовь рояль, я иду к вам, дорогой. Спасибо тебе большое. Прекрасно. Чутье не подвело. Александр, да. А ты бы мог отработать у Виктора Дробыша на Новый год? По дому, по хозяйству? Ну, вот просто так, когда он. Я слышу слово «под рояль» и вижу тебя, то ты бы как раз замечательно... Так, давайте. Позвольте, Иван, я вам объясню вообще, что, как, так сказать, из чего, да, и куда. Я в этом фильме главный актер, я сценарист в нем, я режиссер. Что скажете? Что это? Да. Ну, что я могу сказать? «Утомленный солнцем 2», «Цитадель». Вы думаете, что это песня про Никиту Сергеевича Михалкова? Ну, все подходит, по крайней мере. Нет, это песня, это безусловный хит, который исполняет группа «Градусы». Да, что вы говорите? Знаете такую группу? Ну, вы-то не понаслышке знаете о «Градусах», Александр. Конечно. Конечно. Это моя любимая группа. Ну, ваша температура вашего тела постоянная 43 градуса, Александр. Да все равно это моя любимая группа, что бы ни говорили. Так давайте мы же объявим и позволим всем насладиться их прекрасной песней. Друзья, на сцене группа «Градусы». Режиссеру. Я закрою за собою, ты сказала, я не стою, я подброшу на удачу, докурю и пойду дальше. Не дождетесь, не заплачу, если что, любой получит сдачи. Я в этом фильме главный актер, я сценарист, в нем я режиссер. Враг мой, бойся меня, друг мой, не отрекайся от меня. Нелюбимая, прости меня, любимая, люби меня. Враг мой, бойся меня, друг мой, не отрекайся от меня. Нелюбимая, прости меня, любимая, люби меня. На минуту замечтаюсь, не летаю, но пытаюсь, упаду и поднимаюсь. Все в порядке, оклемаюсь. Не дождетесь, не заплачу, если что, любой получит сдачи. Я в этом фильме главный актер, я сценарист, в нем я режиссер. Враг мой, бойся меня, друг мой, не отрекайся от меня. Нелюбимая, прости меня, любимая, люби меня. Ла-л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 а
But she be the body, start to nothing, get her off the body, blah. Be some the rap, because to me, come in my day. But she be the body, start to nothing, get her off the body, this way. Come on, I go, no, Leary got it, no. Spring body rashes, the rap speaks Babylon, Rastafari, rap, rip, a pipe, whip it, wow, whip it, two, whip it, three, whip it, four. Враг мой, бойся меня, друг мой, не отрекайся от меня. Нелюбимая, прости меня, любимая, люби меня. Враг мой, друг мой, враг мой, друг мой, враг мой, бойся меня, друг мой, не отрекайся от меня. Нелюбимая, прости меня, любимая, люби меня. Вам награду будет вручать не режиссер, а человек, который в кинематографе значит гораздо больше, чем режиссер. Это продюсер. Лауреат Венецианского кинофестиваля, продюсер фильма «Овсянки» Игорь Мишин. Ну, во-первых, я хотел отметить, что эта песня «Долгожитель». То есть она взлетела на вершины хит-парадов еще, наверное, в середине прошлого года и продержалась вот весь 10-й. Я поздравляю, это действительно успех. Второе, что я хотел сказать. Вообще, очень рискованное сочетание, когда в одном лице и исполнитель главной роли, и сценарист, и режиссер. Для продюсера это точно огромный риск. Но в этом случае все получилось очень талантливо, гармонично, я бы даже сказал, трепетно и нежно. Поздравляю вас, желаю в вашем творческом пути, в котором вы сами себе режиссер, чтобы к вам попадались успешные и талантливые продюсеры. Поздравляю. Спасибо большое. Спасибо, Игорь. Спасибо. Всем спасибо, ура, конечно же. Генеральный спонсор ОАО «Бинбанк». С большим удовольствием мы приветствуем на нашей сцене певицу Зару и песню «Недолюбила». Молодая и талантливая певица Зара в прошлом году получила свой первый золотой граммофон. За время музыкальной карьеры Зара выпустила уже 8 дисков. Песня «Недолюбила» принесла певице вторую почетную награду. «Недолюбила я в тот короткий вечер, душа застыла, и ей согреться нечем. Все разбудила нечаянная встреча вновь. Закружила листва, забыл ты те слова, что дарил, они так были горячи. А струны помнят их, да только ты молчишь. О, недолюбила я в тот короткий вечер, душа застыла, и ей согреться нечем, тебя простила. А время все не лечит, и снова за тобою, словно в омут с головою. Недолюбила я в тот вечер, душа застыла, и согреться нечем, все разбудила нечаянная встреча вновь. Ты прогнал тишину, тронешь тонкую струну, и мотив почти забытый зазвучит. Так ты скажи хотя бы слово, не молчи. О, недолюбила я в тот короткий вечер, душа застыла, и ей согреться нечем, тебя простила. А время все не лечит, и снова за тобою, словно в омут с головою. Я в тот короткий вечер, душа застыла, и
чем все разбудило. Нечаянная встреча вновь. Зара, браво! Для вручения диплома мы приглашаем на сцену врача-психотерапевта. Прости секунду, стоп. Ты это основываешь на тексте песен? Не знаю. Смотри на Зару. В какой-то степени нет. Нет. Итак, врача-психотерапевта, сексолога, профессора Института психоанализа Александра Моисеевича Полеева. Золотой граммофон. Исследования нашего сексологического центра показали примерно 27,5% внесупружеских связей, которые завязались в последние 2-3 года в Москве и других крупных городах России, завязались под влиянием вашего голоса. Мы все знаем, что голос Зары настолько страстный, пронизан чувством, и я бы сказал, настолько эротический, что... Практически на многих людей он действует гораздо лучше, чем то лечение, которое мы вам назначаем. Слушайте, а я думаю, почему, когда Зара поет, у Саши глаз загорается? Вот я всегда... Александр Моисеевич, а вы сами-то Зару слушаете? Да, конечно. Но должен вам сказать, что лично мне в исполнении Зары больше всего нравятся русские романсы. Я бы от себя, не от нашего сексологического центра. Да, теперь поговорите лично от себя. А вот я бы от себя хотел бы пожелать и попросить, чтобы вы почаще пели романсы и живьем в зале. А напоследок я скажу, а напоследок я скажу, прощай, любите, не обязуйся. С ума схожу или восхожу к высокой степени безумства. Как ты любил, ты пригубил погибели, не в этом дело. Так не доставайся же ты никому, как Зара. Как ты любил, ты погубил. Ты погубил Зару, Саша. Да, но погубил так неумело. Вы зачем мне поставили в последний раз 5-7-5-8, а, Александр? Да, Александр, зачем вы поставили в караоке Заре 5-7-5-8? Я принял таблетки Александра Моисеевича, и меня повело. Спасибо огромное, спасибо вот за уже эту несколько премию. Лет, вот уже несколько лет, как Саша, к сожалению, уже не может погубить никакую женщину, но еще несколько месяцев, и берегитесь, модели. Александр Моисеевич, вы так далеко стоите, думаете, вы в безопасности. Это называется прыжок кобры. Я много раз видел в исполнении Александра на рынке. У меня длинные руки, и размер здесь имеет значение, Александр Моисеевич. Ваня, так это же он на вас прыгал. Ох, Александр Моисеевич, все вы через свой центр проводите. Давайте продолжим, Александр. У нас Давайте. Сейчас будет, знаете, песня, она называется «Белое платье». Здесь песня про свадьбу. «Все сомнения рвутся с треском, золотым на пальце блеском». Прямо сейчас на этой сцене, друзья, уникальный дуэт по степени таланта и стати, могущий соперничать с нашим дуэтом. Да. Ну, я бы так сказал, частично. Ну, на да. сцене «Чай вдвоем». «Белое платье». Впервые солисты группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин и Денис Клявер встретились в 1994 году в Питере. Стас тогда учился в Петербургской консерватории, а Денис был студентом училища имени Мусоргского. Белое платье, 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 платье.
Их дуэт подарил поклонникам уже множество хитов. «Белое платье» — бесспорно один из них. Всю весну и три дня лета твоего он ждал ответа. Выходи, не пожалеешь. Не пожалеешь. И решиться так непросто, разделить свободный остров даже с тем, кому так веришь. Но все сомненья рвутся с треском, золотым на пальце блеском. Белое платье, белая фата, в объятиях нежных и страстных кружится голова. Сердцу такой родной, теперь он будет всегда с тобой. Белое платье, белая фата, в объятиях слезы и улыбок будете навсегда. В сердце поставь печать, и можно горько кричать. Пролистав журналов глянец, в сердце бьется первый танец. Может, не моя дорога. Лимузины и примерки, свадебные бутоньерки подождут еще немного. Но все сомненья рвутся с треском, золотым на пальце блеском. Белое платье, белая фата, в объятиях нежных и страстных кружится голова. Сердцу такой родной, теперь он будет всегда с тобой. Белое платье, белая фата, в объятиях слезы и улыбок будете навсегда. В сердце поставь печать, и можно горько кричать. Белое платье, белая фата, в объятиях слезы и улыбок будете навсегда. Аисты к вам летят, на счастье горько кричат. Давайте сейчас все вместе проскандируем «Горько» на сцене этим совершенно пары. Новым, вот только что родившимся московским семьям. Все вместе. Горько! Горько! Я еще раз напоминаю, что на сцене настоящие пары, которые сегодня расписались. Поздравляем вас, ребята. Давайте похлопаем. Давайте. Спасибо. Ребят, вот мы смотримся как в зеркало вас, вы понимаете? А, так зеркально. Саш, посмотри, давай, как неостроумная шутка. Ну и что? А оба, сделайте так. Вот это так. Может, вот так? Вот, друзья, прекрасно. На колени перед соведущей программой «Давай поженимся» Розой Сябитовой, которая выходит вас награждать. Хочу поздравить с таким прекрасным юбилеем 15 лет вас всех, организаторов «Русское радио», себя, конечно, зрителей, которые голосовали за вашу песню. Вы знаете, самое интересное, что мне очень понравилось, что песню о свадьбе пели мужчины. Знаете почему? Интересно, почему? Потому что я всегда своим невестам выношу мозг по поводу того, что, извините, свадьба — это не женский день. 8 марта — женский день. Свадьба — это день для двоих.
Но вы знаете, я хочу еще напомнить. А, кстати, мне нужно вас... Роза, да не обращайте внимания, забудьте об этом. Рассказывайте, как дела. Пустое это. Действительно, давай поженимся, продолжается. Значит, хочу вручить золотой граммофон ансамблю «Чай вдвоем». Теперь я вам вручаю, девочки, диплом. Что ж вы за невесты такие, замужем? Не замужем, явно видно. Не отвечай, руки, не с того места растут. Глазом не моргнешь, будешь замужем. Так, это вам диплом. Спасибо вам большое. Ну, побыстрее. А это вам цветочки. Роза, какая вы сметливая сваха. Как у вас все горит в руках. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Да. Горько, спасибо. Это строчки из следующей песни. Да. «Шаг за шагом в тишине и вслед за тишиной». Напоминает сольный концерт Александра Цекало в Олимпийском. А вы, Иван, просто завидуете. А чем мне вам завидовать, Александр? Потому что завидуете. Уже собирал и буду собирать. Я бы на вашем месте, Александр, сказал «прости» прежде всего. Прости? Да. Кому? Группе «Вельвет», которая уже стоит за сценой и собирается выйти для того, чтобы исполнить песню, которая удивительным образом называется точно так же «Прости». Прости. «Вельвет, прости!» Шаг за шагом в тишине и вслед за тишиной. Все прошло, и на душе усталость и покой. Сны разбиты, пепел на поле битвы, и дым струится сквозь усталые слова. Еле слышно шепчет свои молитвы, переплетая черной тени кружева. И все мосты горят в огне, нет выживших в моей войне. Прости меня. Александр, пока ребята спускаются с больничных каталок, на которых они пели. Да, это на самом деле настоящие больничные каталки. Ну, для вас должно быть все быть как дома, Александр. Да, а для меня все как дома по той причине, что сейчас на сцену для награждения выйдут
герои сериала «Интерны». Да. Илья Глинников и Кристина Асмус. Мы вас поздравляем, желаем вам больше песен про любовь. Любите друг друга все, потому что в жизни нет ничего настоящего, кроме безрассудства любви. Это сказал Ги де Мопассан. Поздравляем вас! Спасибо огромное. Это так приятно. Это первый наш золотой граммофон. Хотим поблагодарить всех наших слушателей, поклонников, которые любят нас, верят в нас, поддерживают нас всегда. Огромное спасибо нашим родителям, продюсеру и, конечно же, любимому русскому радио. Генеральный спонсор ОАО «Бинбанк». Прямо сейчас на этой сцене поприветствуем Митя Фомин. Все будет хорошо! Митя Фомин, как никто другой, знает, что все будет хорошо. Ведь это не только название его песни, которая в этом году получает золотой граммофон, но и девиз русского радио. Я долго думал, кто же мы. Просто пешки на доске. Или игроки. Но в вечном поиске любви так часто падали мы. И мир на грани войны. Ла-ла-ла-ла, все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла, куда бы ты ни шел. Направо трудный бой, налево пустой, но будь самим собой, и все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла, куда бы ты ни шел. Направо трудный бой, налево мир пустой, но будь самим собой, и все будет хорошо. Ты жил, ты делал, как умел. Странно слушать то, что ты когда-то пел. Но в вечном поиске себя меняю минус на плюс. Меняю минус на плюс. Давайте вместе, друзья. Ла-ла-ла-ла-ла, куда бы ты ни шел. Направо трудный бой, налево мир пустой, но будь самим собой, и все будет хорошо. Все будет хорошо, поверь. Фюрель покинул дом, за ним закроют дверь. С рассветом воплощаются мечты, и там я обрету надежду. Прислушайся к сердцу, почувствуй душой. Погоним за счастьем, покинем предел. Останься собой и будь всегда первым. Ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла, куда бы ты ни шел. Направо трудный бой, налево мир пустой, но будь самим собой, и все будет хорошо. Давайте мы поприветствуем продюсера и шоумена Андрея Фомина.
Дорогие друзья, меня с Митей связывает не только общая фамилия. Нет, мы не братья. Мы друзья. Мы друзья очень много лет. И нас связывает еще один момент. Мы оба из города Новосибирска. Митя когда-то мечтал стать ветеринаром в городе Новосибирске. Да, врачом. Это не шутка. И он учился в медицинской академии. Я в радиотехническом техникуме. И вот, а сейчас мы здесь на сцене Кремлевского дворца на этом чудесном вручении. А где-то больные звери и испорченные радиоприемники ждут вас, друзья. Митя, я тебя поздравляю, все будет хорошо. Это твой первый золотой граммофон, я знаю, в сольной карьере. Это большая-большая заслуга и большая удача. Огромное спасибо за эту награду, друзья. Спасибо вам огромное за веру. Вы знаете, это работает. Если думать хорошо и еще об этом петь, то вы будете получать только хорошее. Друзья, все будет хорошо. Спасибо. 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 А я напоследок хотел поблагодарить наших ведущих. Весь вечер вами любовался и думал, кого вы мне напоминаете. Сейчас будет, видимо, остроумная шутка. Прошу вас, Андрей. А сейчас понял. Бэтмен и Робин. Александр, ну, самое смешное, что... Я же знаю, вы уверены, что вы Бэтмен. Да, естественно. Безусловно. Да, в этом же заключается юмор по этой ситуации. Вы знаете, что Михаил Прохоров создал новый автомобиль российский, который будет называться одной буквой «Ё». Да, я читал об этом, но мне кажется, что настоящий российский автомобиль должен был бы называться «Любэ». Я вообще считаю, что это очень народное слово «Любэ». И песни у этой группы невероятно народные и популярные. Друзья. И каждая новая песня «Любэ» говорит о том, что у группы «Любэ» все опять начинается. «Любэ». Все опять начинается. В прошлом году группа «Любэ» отметила свое 20-летие. Огромный срок для шоу-бизнеса. Николай Расторгуев признается, что все опять начинается. Просят березы листву, только это не жалко. Просят осины печаль, да это пустяк. Будет ходить по полям перепуганным галка. Что-то, как я, в этом мире протяжном искать. Будет листва до зимы долетать, я-то знаю. Будет печаль эти дни на полях коротать. Будет надежда, как снег, растянувшись до края. Вместе со снегом по вольным дорогам летать. Все опять повторяется. Все опять начинается. Все опять повторяется. Снова все опять. Начинается. Ты не жалей ту листву, так случилось, так надо. Выше свободы печаль, только как у года. Будут снега на снега растревоженно падать. Эту любовь, как и я, по дорогам искать. Будут летать надо мной облака с облаками. Будет по морде с откосов мне ветер хлестать. Только бы мне бы достать облака те руками. Только бы мне бы любви это сердце. Все опять повторяется. Все опять начинается. Все опять повторяется. Снова все опять начинается.
Приз «Золотой граммофон» вручает... Главный редактор радиостанции «Русская служба новостей» журналист Сергей Доренко. Мы с удовольствием вспоминаем прошлое, мы его не жалеем. Безжалостный и беспощадный Николай Расторгуев. Потрясающая вещь, потрясающая песня. Ночь сгущается перед рассветом. Все опять повторяется. Это «Золотой граммофон», собственно. Это соответствующая бумага, чтобы не отняли. Это букет. А, красота? Хотел сказать огромное спасибо авторам, конечно же, Игорю Матвиенко, автору музыки. Вот. Ну, конечно, всем, кто работал над этим замечательным произведением. На самом деле, из последнего цикла наших песен, это самая любимая моя песня. Игорь, спасибо большое. Саш, вы пользуетесь услугами современной талассотерапии? Талассотерапии? Да, вы глотаете пилюли? Нет. Делаете нет. себе какие-то косметические нет. микрооперации? Нет. Нет? Нет. То есть вы хотите сказать, что... Не нуждаюсь. Просто, да что вы говорите? Да. Ваш вид говорит о том, что вы не нуждаетесь, Александр. Конечно. Но ведь тут ползала, помню, как вы нуждались, ходили по Москве. Кто же сейчас? Вот, прошу, Александр, сейчас посмотри. Сейчас будет Ирина Аллегрова. Да? Да. Так давайте же, да, скорее. Так давайте же и Ирине Аллегрову. Это же такой праздник, друзья. Ирина Аллегрова с песней «Не обернусь, уходя». 2010 год для Ирины Аллегровой стал особенным. Президент России наградил ее почетным званием «Народный артист Российской Федерации». И сегодня Ирина получает свою первую сольную статуэтку «Золотой граммофон». Снов прикосновение, взгляд, который навсегда останется с тобой. Мне пора еще мгновение, и времени течение возьмет меня. Знаешь, как долго будет длиться сон? По имени любовь ценишь то, что потеряешь. Ты имя повторяешь вновь, и встречи ищешь снова. Забудь про меня.
любви, которой больше нет. И для поздравления Ирины и вручения награды «Золотой граммофон» мы приглашаем на сцену прославленных фигуристов Алексея Ягудина и Татьяну Татьмянину. Ирина, поздравляем вас с этой наградой. Спасибо, спасибо. Я очень рада, что понравилась моя песня. Дай бог не последний раз. Спасибо вам большое. Так вручайте же скорее граммофон и цветы. Спасибо. Сейчас. А вот еще нет, цветы из зала. Друзья, у нас есть, конечно, сейчас еще один сюрприз. Этого певца знают и любят все. И вот эта песня в припеве, которой есть уникальные и будоражащие душу слова. Вот, например, «Ты такая сейчас хорошая, я хочу тебя знать такую». Да, действительно, такие слова здесь есть, но есть еще и другие слова. Не рассказывай. Не надо все читать, их сейчас вместо вас прочитает под собственный аккомпанемент. Споет. Споет, друзья. Да. Сергей Трофимов, «Не рассказывай». Сергей Трофимов долгое время выступал лишь в роли композитора. Сейчас он не только сам исполняет свои песни, но и в четвертый раз получает свой сольный золотой граммофон. В огоньке сигарет догорает остаток ночи. Все так зыбко и так непрочно. Мы встречаем рассвет. Для небесной зари мы с тобою всего лишь дети, повстречавшие на планете день рождения любви. Не рассказывай ни о чем из прошлого, мы оставим его в покое. Ты такая сейчас хорошая, я хочу тебя знать такую. Ты такая сейчас хорошая, я хочу тебя знать такую. Все неважно сейчас, обстоятельства, даты, люди, монотонные мантры, будни, мир, забывший про нас. Я такой же, как ты, разуверившийся, уставший, так обыденно растерявший все былые мечты. Не рассказывай ни о чем из прошлого, мы оставим его в покое. Ты такая сейчас хорошая, я хочу тебя знать такую. Ты такая сейчас хорошая, я хочу тебя знать такую. Я забыл, как легко тяжелеют от слез ресницы, и душа безмятежной птицы вдруг летит высоко. И пускай седина на висках моих серебрится, все еще у нас может сбыться, ты теперь не одна. Не рассказывай ни о чем из прошлого, мы оставим его в покое. Ты такая сейчас хорошая, я хочу тебя знать такую. Такая сейчас хорошая, я хочу тебя знать такую.
для награждения мы приглашаем на сцену Эвелину Хромченко, эксперта по моде. Все песни, которые звучат в течение сегодняшнего концерта, посвященного 15-летию этой замечательной церемонии, были выбраны слушателями русского радио. Видимо, за вашу песню голосовали все-таки мужчины. Потому что, знаете, это вот любименькая в нашей стране. Дорогая, всегда оставайся такой, ты мне нравишься, не надо нового шопинга. Но, к счастью, наши женщины знают, в завтрашний день нельзя отправляться с сегодняшним гардеробом, поэтому мужчинам остается сделать самое правильное решение. Оставить за собой последнее слово – ты права, дорогая. И помнить, женщины любят ушами, а уши любят бриллианты. Спасибо вам огромное за то, что в очередной раз вы поддержали меня. Постараюсь оправдать. А мы продолжим с Александром дальше. Ну, я даже не знаю. Наверное, сейчас будет Александр. Я могу сказать, ну, искренне, да? Да. По-честному, да. Что это ваши фавориты. Ведь это уникальный симбиоз двух коллективов. Ну, мне больше нравится, они фавориты, но название песни мне больше нравится. «Я буду навсегда твоей малышкой». Александр, вот. Из ваших уст это звучит как гимн. Возможно. На сцене ребята. В руках у некоторых микрофоны. А значит, будет праздник. На сцене Five Star Family. И 23:45. С песней «Малышка». Песня «Я буду» была написана в новогоднюю ночь 2009 года российской певицей Лоей и участниками группы 2345 и моментально стала популярной. Твой взгляд, твой смех, который так мне нужен, то счастье и успех, ведь он вполне заслужен. Я знаю, я буду лететь безумной вспышкой. Я буду для тебя всегда твоей малышкой. Глаза будто океаны, и я иду ко дну, знаю, что согрею я тебя одну. Помнишь нашу Москву, греешь нашу мечту. Руки по лицу скользят, и ветер листву гоняет опять в суете дней. Она скучает по мне, а я схожу с ума по ней. Это безумный мир, не найди слов про то, как сильно бывает любовь. Твой взгляд, твой смех, который так мне нужен, то счастье и успех, ведь он вполне заслужен. Я знаю, я буду лететь безумной вспышкой. Я буду для тебя всегда твоей малышкой. Она одна стоит у окна с бокалом вина, а за окном мягким шепотом шумит Москва. В ее глазах блестит тоска, глубока река. Я сижу один в пустой квартире, в голове воспоминания, как картины. И мы с ней далеко, как два берега, и не доплыть пока, глубока река. Твой взгляд, твой смех, который так мне нужен, то счастье и успех, ведь он вполне заслужен. Я знаю, я буду лететь безумной вспышкой. Я буду для тебя твоей малышкой. Твой взгляд, твой смех, который так мне нужен, то счастье и успех, ведь он вполне заслужен. Я знаю, я буду лететь безумной вспышкой. Скажите, пожалуйста, кто из вас Five Star Family, а кто... Вот, очаровательная представительница Five Star, а мы... 23:45? Да. Ну что же, друзья, а у нас в Кремле, это уже стало традицией для золотого граммофона, встречайте на сцене Сергей Зверь.
Сергей, издалека вы похожи на юного Пушкина. У вас хочется выстрелить. Перед дуэлью, да. Поздравляю вас и вручаю вам этот замечательный граммофон. Спасибо, Сережа. Спасибо. Спасибо огромное. Это такая честь. А, ну это еще не все, подождите. Ребят, это только самое начало. Да, а еще вот этот вот диплом. Вот, и, ну, есть артисты, у которых их очень уже много, у вас это первый, поэтому первый, я думаю, с моей легкой руки, дай бог, не последний. Дай это бог, вам, да. Будем надеяться. Но это еще не все, подождите. Нет, цветы есть здесь. Подождите, подождите, Сережа, вот так, стойте. Вы похожи на мужчину, который поймал сразу два букета невесты на свадьбе. И теперь ему хорошо. Да мне и так хорошо было, без букетов. Сережа, нам не хватает тебя с песнями в золотом граммофоне. Серьезно? Вот что хотел сказать Иван. Конечно. Так это... Если что-то новенькое, расскажи. Новенькое есть. Спой, пожалуйста, сейчас. Дело в том, что у меня новенькое уже на 3 альбома. Ну спой сейчас, Сереж, хит. Это не дембельские альбомы, я надеюсь. Ты мешаешь исполнить Но песню, пожалуйста. У меня там есть одна дембельская песня. Сережа, спой, пожалуйста, песню свою. Сережа, пожалуйста. Пожалуйста. Дело в том, что когда бесплатно, то у меня даже как-то голос пропадает. Мы заплатим. Сережа. Я в основном за баксы. Тогда я и Баскова репертуар пою, и Киркорова. Сереж, а не кажется ли вам, что вы несколько отстаете от этого дуэта, который убежал вперед? А какой убежал вперед? А, извините. Друзья, продолжаем. Я про Баскова и про Киркорова. А вы заметили, что у Киркорова была талия уже, чем у Нетребко? Вот что значит правильно подобранный корсет. Вы как-то поучаствовали в этом, Сережа? Сережа. Я вас хотел спросить. Нет, Сережа, то, что вы уже, а долгие... то, что вы уже долгие годы носите утягивающие колготы... Это брюки. Они на вас висят, как пиратский флаг, знаете, во время штиля. Я бы не стал говорить, что я видел, что у вас висит. Я бы воздержался. Ну, Сережка, ну все в твоих руках. Достал козырного вольта. Дайте уже нам сказать, да. Дорогие участники... А вы кто? Не, мы как бы тут вообще пришли, ребят. Вообще, это группа, которую я сейчас только что награждал, Саша. Ребята, поверьте мне, лучше в эту перепалку титанов, я имею в виду Цикало и Зверева, не вступать. Сережа, ребята, можно идите ребята домой, пока не поздно. Можно идите домой. Ребята да. скажут несколько слов. Сереж. Да. Большое спасибо нашим фанатам, тем, кто за нас голосовал. Конечно же, нашим родителям, близким и родным. Мы любим вас. Спасибо. Сергей, обратите, вам спасибо. Не сказали. Спасибо обратите. Сергею, что Сергей вручил нам. Зверева, спасибо. Спасибо, ребята. Сергей, судя так. по вашей уверенной позе, вы даже не думаете уходить. Нет, дело в том, что я свою миссию выполнил, Иван. Вы имеете в виду вообще на земле и улетаете обратно туда? Нет, я имею в виду, что я наградил. То, что миссию на земле, так это у меня еще все впереди. В обуви топливо, я понял, почему они такое. Спасибо огромное вам, Сергей. Да, ну так мы можем идти? Да, мой дорогой, да. Спасибо большое, спасибо. Русское спасибо. Радио. Сергей Зверев, Five Star Family, 23:45. Спасибо. Дальше выходит Филипп Киркоров, поет песню и получает 15-й золотой граммофон. Единственный на отечественной эстраде. Ну, не просто единственный, уникальный человек. За время одной церемонии, получающий два золотых граммофона, Александр. Песня «Струны» в исполнении Филиппа Киркорова. Многократный обладатель премии «Золотой граммофон» Филипп Киркоров на прошедшей юбилейной церемонии впервые получил две статуэтки за один год. Медленно, медленно тают мгновения, исчезает время для меня. В каждом дыхании, в каждом движении магия. Музыка тихая, тихая, переливами неповторимыми, она играет для тебя. На усталых струнах души тихая мелодия любви дрожит. На усталых струнах души перебором нежным дышит. На усталых струнах души серебром аккордов сердце поражит. На усталых струнах души неужели ты не слышишь?
сплетаются линии на грани двух миров. Соприкасаются, освобождаются от оков. Я любовь свою не хочу спугнуть. Не торопи меня, просто со мною будь. Нежная, как шелк, музыка моя, она играет для тебя. На усталых струнах души тихая мелодия любви дрожит. На усталых струнах души перебором нежным дышит. На усталых струнах души серебром аккордов сердце поражит. На усталых струнах души неужели ты не слышишь? Русского радио всегда звучат песни о любви. Всегда! На усталых струнах души тихая мелодия любви дрожит. На усталых струнах души перебором нежным дышит. На усталых струнах души серебром аккордов сердце дорожит. Усталых струнах души, неужели ты не слышишь? Кирик, потрясающий костюм. Спасибо. Такое количество страз, вы когда ходите, даже немножко хрустите. Да, он Филипп приближается к нам, Иван. Саша, иди сюда, Саша. Саш, Филипп, скажи, а ты его заберешь навсегда, если я тебе его отдам? Смотря... Не отдавай меня. Я слышал, что Киркоров заплатить. Приходит в деревню и забирает самых красивых. Обратите внимание, как Филиппу тяжело, да, тяжело у меня, идти. У меня всегда был хороший вкус. Филипп, сразу видно, что ремень вам не жмет. Скажи, а что ты разложился здесь, Филипп? Филипп принес нам цветы. В них, да, очевидно, деньги. Опять это... возложил? Ну, давайте граммофон. Посмотрите, что он тебе командует. Я хочу напомнить, костюм Филиппа весит 87 килограммов. И ему очень это, непросто это ходить. Меньше, чем костюм космонавта. Филипп, со приз знаете, тебе вручает Николай... А, простите, я ошибся. Прошу прощения, я ошибся, конечно, я тут не туда посмотрел. А Басков пришел уже там, он слышит это все, мне интересно. Филипп, мне поверьте мне. Кажется, или Филипп сам с собой разговаривает сейчас на данный момент? Нет, почему сам с собой? Я с ним разговариваю. Филипп всегда разговаривает... Поп-король разговаривает с помп-императором заочно. Сейчас выйдет в мантии, в стразах. Вот, обсудите его костюм. Я бы сказал так. Мне будет очень интересно. Обсудите его костюм. Я-то знаю, в чем он выйдет. У меня гонцы работают. Друзья, теперь вы понимаете, почему такие дорогие билеты на золотой граммофон? Вот из-за этого. Где вы еще это увидите? Филипп, звезда виолончели. Исполнитель ведущей музыкальной партии в фильме Люка Бессона «Турбулентность». Вы видели этот фильм? Я испытал на себе. Вы знаете, поскольку вы из Болгарии, я не понимаю, что это значит, когда вы говорите. Это да или нет? Я испытал на себе не раз это слово «турбулентность». Турбулентность, прекрасно. Да. Обладатель эксклюзивной виолончели работы итальянского мастера Луиджи Пьятеллини Борислав Струев. Для меня огромная честь совершенно присутствовать сегодня классическому виолончелисту на таком потрясающем мероприятии. Я сзади стоял, умирал совершенно Борислав. От смеха. Вы потрясающе ведете. Браво! Борислав, мы смотрим на вас и понимаем, какая пропасть между классической и поп-музыкой, друзья. Более наглядного примера. Вот посмотрите. И почему? Между ними это... мы, почему? Русский народ. Вот, у нас довольно это ковали мало мужики. Вещей, которые объединяют нас с Филиппом. Филипп очень высокий. Не очень. Ты живешь в Москве, я в Нью-Йорке. Ты поешь, я играю на виолончели. Но... И вы оба слушаете Баскова. Но... Нет, Филипп, это идиотизм. Если объединить прошу. Струны души... Если объединить струны души и струны виолончели, то начинается магия.
то, о чем ты поешь, и я тебя от всей души поздравляю. Спасибо. С 15-м юбилейным, на юбилейном золотом граммофоне. Огромное Кремле. Спасибо, браво, золотой вот граммофон. А вот и 15-й золотой граммофон. Я старался. Генеральный спонсор ОАО «Бинбанк». Иван, сейчас на сцене появятся мои соотечественники. Судя по крикам, ваши соотечественники и в зале. Они везде, Иван. Это кто вот, интересно? Это группа украинская. Да, называется она «Горячий шоколад» с песней «Береги». «Горячий шоколад» — это три украинские дивы. Татьяна Решетняк, Любовь Фоменко и Алина Пилипенко. Песня «Береги» уже популярна на родине девушек, а в России принесла группе первый золотой граммофон. Золотой граммофон на юбилейной 15-й церемонии группе «Горячий шоколад» будет вручать серебряный призер чемпионата России 2010 года футболист Секу Алисе. Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Секу Алисе. Good evening, ladies and gentlemen. Добрый вечер, дамы и господа. I'm very happy to be at the 15th anniversary tonight. Я очень рад присутствовать на 15-й церемонии вручения премии «Золотой граммофон». Standing before you, I'm a football player of CSKA, and I'm here to present the award to Hot Chocolate. And I'm seeing I'm Hot Chocolate, it's a Hot Chocolate, so I'm very proud to be here tonight. Это переводить не нужно. Хорошо. Все, да?
А, ну все, извините, это была последняя фраза. Я горячий шоколад. Thank you so much. You are hot too. Very, very hot, yeah. Девушки, где вы учили английский язык и по каким фильмам? Ну так в Украине говорят по-английски все. Мы хотели поблагодарить Русское радио и всех слушателей, потому что мы вас очень любим. Спасибо огромное за вашу любовь, за вашу поддержку. Для нас это очень приятно. Спасибо большое, мы вас любим и поздравляем. Для нас большая честь находиться сегодня в этом зале. Спасибо вам огромное. Спасибо. А вас, господин... Алисе, мы попросим остаться. Остановитесь. Господин Алисе, останьтесь, пожалуйста. Можно мы попросим? С вами будет отдельный разговор, да. Дело в том, что сейчас мы хотели бы пригласить на эту сцену... главу заявочного комитета «Россия-2018» Алексея Сорокина. Вот тут-то все и объединилось. Россия победила. Думаю, что прежде всего, потому что нам это было нужно гораздо больше, чем нашим конкурентам. И теперь у нас в 2018 году пройдет чемпионат мира по футболу. Я благодарен Русскому радио за то, что они были в числе первых, кто поверил в нас и поддержал нас еще полтора года назад. Спасибо огромное, Алексей. Спасибо. С победой. Александр, назовите мне райский сад по Библии, вот райский сад. Рублевка. Нет, Александр. Нет, далеко нет. Это Эдем, Александр. А песня называется «На восток от Эдема» и поет ее Согдиана. Черные глаза Агаты, обо мне только сейчас узнал ты, что моя душа горит, словно солнце, и наружу рвется в небеса. Эти черные глаза я таю, а тебе только сейчас узнаю, что твоя душа горит, словно солнце, и за мною рвется в небеса. Звучат снова песни мои, отражение нашей. И время, что были одни, уже не вернется. Унеси меня в море синее каплями, каплями. Обними меня, всю любовь сохраняй.
Спасибо большое за цветы. Мы приглашаем на сцену шейха Объединенных Арабских Эмиратов Саида Абдулла Аль-Мулла и Олега Тронева. Я прошу прощения, я так понимаю, что без переводчика вышел шейх, но я переведу, я этот язык учил на всякий случай в детстве. Пожалуйста. Саламу алейкум. Ахани русский радио бимунасабат 15 сана афтитах. Атаманна лахума тауфик. Когда я покупал вчера на Митинском радиорынке ракеты «Земля-Земля», Сергей Кожевников позвонил мне и предложил принять участие в сегодняшней церемонии. Иван, прошу прощения, я... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это же веселая шутка. У нас русский радио уже есть в Дубае. Да что вы! Поэтому я очень рад, я учился русский язык. Спасибо огромное вам, спасибо. Поздравляю. Давайте поаплодируем, ну надо же, в Дубае русское радио. Поздравляю. Перевел. Хочу приглашать граммофон в Дубай, мы здесь повесили. То есть вы хотите пригласить... Скажите, пожалуйста, шейх, а сколько у вас жен? Если честно, или просто так? Давайте так. Просто честно. Я в Москве это просто так, а там, если честно, я правильно понимаю? Пока ничего нету. Пока ничего нет? Нет. Как вам русские девушки, российские девушки, уважаемый? Мы любим русские не только девушки, всем любим. Веселая неразбериха, шейх передается к Диане свой телефон. Спасибо, у меня просто не хватает рук, чтобы все это удержать. Спасибо вам огромное. Я очень тронута. На самом деле, для меня огромная честь получить эту по-настоящему народную награду. Будем стараться дальше. Спасибо, я очень счастлива. Друзья, спасибо огромное. Увидимся во втором отделении, которое для вас сегодня проведут наши коллеги Александр Арева и Ксения Собчак. Добрый вечер всем, добрый вечер. Я не слышу вас, девочки. Все хотят Артура, все. Да что там, сам Артур, Артур хочет Артура. Вы слишком стремительно ко мне идете. Осторожно, не испачкай меня. Добрый вечер. Я так рада, что эту церемонию мы проведем с тобой вместе. Мы ведь так с тобой похожи, Артур. Это чем похожи мы с тобой? Ну как, нас с тобой обоих в детстве дразнили лошадью. Да. Вы даже могли бы стоять в одной конюшне. Зато у меня грудь побольше будет. Я прошу прощения, конечно. Ну, сейчас не об этом. Я думаю, что мы готовы встретить человека в невероятном костюме и женщину-мечту. Николай Басков и Оксана Федорова. Права, любовь. Дуэт Николая Баскова и Оксаны Федоровой лишний раз доказывает, что любовь всегда права. Поклонники надеются, что белоснежные костюмы римского императора и Елены Прекрасной Николай и Оксана выбрали в преддверии будущей свадьбы. Все говорят, что я не тот, кто рядом должен быть с тобой. И далеко не ангел я, но мне нужна твоя любовь. Я знаю, ты такой, но мечтаю быть рядом с тобой, Тебе ли не знать, что делает любовь? Все в мире лишь ради любви, всегда права любовь. Только для любви, тем с тобой я быть. Руках. И ты не сможешь без меня, я вижу все в твоих глазах.
Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо. 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 А вот эти цветы, кажется, мне, а нет. Я все девчонки дома отдам. Что вы переживаете? У нас общие цветы. Николай, ну, во-первых, спасибо, что везде, где я, там всегда мистическим образом появляются лошади. Это Ксения, всегда приятно. Специально было. Ну хорошо, Николай, да. Расскажите чуть-чуть про ваш образ. Почему именно Аполлон? Что почему? Возбудило вас в этом образе? Ну почему Аполлон? Всем понятно. Поп-император. Я такое вижу. Покажите, Николай, нам не видно. У меня горностай, бабушкин палантин, стразы, шляпка, настоящие конские волосы. Еще мисс Вселенная рядом. Самая красивая все девушка. Все да, настоящего короля. Вот, вот так. Ну что ж, у вас прекрасная ролевая игра. Я думаю, что... Как вообще человек, который хочет больше себя, чем Оксана, вообще общается? Ну ладно, это... Он просто, проходя мимо зеркала, прикрывается мантией. Ну, чтоб чего-нибудь. Вы знаете, вы болтаете, а я все делаю дома. Ну, а теперь на эту сцену мы хотим пригласить пару, которая понимает толк в любви. И даже если любовь уходит, они всегда догонят ее на своих коньках. Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Для меня сегодня большая честь быть вместе с вами на юбилейном... Коленька. Да. Плющенко как-то с опаской на Баскова смотрит. Для меня это большая честь, правда, быть сегодня здесь, в Кремле, и вместе с вами вручать эту великолепную премию. Ну так давайте же сделаем это. Красивой паре. От великого спортсмена и великого продюсера для нас большая честь. Просто от хороших друзей. Да, мы же были свидетелями на вашей свадьбе. Спасибо. Для меня это наиболее важно, спасибо. Потому что сбывается моя мечта. Я самым лучшим артистом на сцене, и это только начало. Да, я бы хотел сказать, что действительно сегодня поистине большое событие. 15 лет русскому радио. Киркоров, не знаю как, получил 2 граммофона. Я не знаю, что он сделал. Коля, ты обязан получить 3 на следующий год. Да. Но я молодой артист. У меня сегодня 5-й граммофон. И мне всего лишь 34 года. Надеюсь, что
Мы достойно проводили Филиппа на пенсию. 2 граммофона. Это дослужено. Я хочу только сказать одно. Вы знаете, в этом зале сидит человек, у которого действительно совсем недавно произошло большое радостное событие. Сергей Витальевич Кожевников. У него родилась дочка. Еще одна слушательница Русского радио. Счастья, здоровья, любви и низкий поклон нашей любимой Кате от всего сердца. Спасибо вам огромное. Николай Басков, Оксана Федорова, Евгений Плющенко, Яна Рудковская. Спасибо, Кремль! Спасибо. С праздником! Спасибо. Генеральный спонсор ОАО «Бинбанк». Ну а сейчас, наконец-то, восторжествует справедливость. Я и самый сексуальный мужчина планеты объявит песню о сексе. Подождите, Артур, при чем здесь секс? Песня называется «Аэропорт». Ничего я не придумаю, Ксения. Вот строчка из песни. «Давай же на этот раз друг друга». Песня про секс. Артур, читай внимательно. Полностью строчка звучит так. «Давай же на этот раз друг друга мы не потеряем». Елена Ваенга с песней «Аэропорт». Первая песня Елены Ваенги, написанная ею в 9 лет, принесла победу Елене во всесоюзном конкурсе молодых композиторов на Кольском полуострове. Сейчас певице создано уже около 800 песен. Столь ценный приз. На эту сцену мы приглашаем экипаж Ту-154, приземлившийся в тайге. Герои России! Командиры Евгений Новоселов, штурман Сергей Талалаев,
громкие, громогласные аплодисменты, особенно сегодня. Герой России. Уважаемая Елена, разрешите мне вручить вам эту награду. Это поистине народная награда. Ну, я надеюсь также, что это пойдет так из года в год. Спасибо вам большое. Я скрывать не буду, это совершенно видно сейчас, потому как я и говорить буду. И я хочу поблагодарить вас в первую очередь за то, что вы согласились выйти на эту сцену и вручить мне граммофон. Мне так приятно, мне даже нечего сказать. Граммофон нужен, но я вот смотрю на вас. Ну... А я еще хотел добавить, что на самом деле вот с этого дня мы стали настоящими поклонниками Елены Ваенги. Спасибо. Спасибо огромное. Мне хотелось бы присоединиться к словам командира Евгения Новоселова. Елене самый огромный большой привет от всего экипажа. Некоторые члены нашего экипажа просто по уважительным причинам не смогли сегодня прийти. И они передали огромный пламенный привет Елене и просто попросили меня поцеловать ее в щечку от имени всего экипажа. Я с удовольствием выполню их пожелания. Это не положено посвящать вроде бы статуэтке, но своему зрителю дорогому я хочу посвятить эту награду, потому что ну так за меня голосовали. Спасибо вам большое. Низкий поклон. Ну что ж, Артур, следующая песня примечательна хотя бы тем, что она вся состоит, казалось бы, из заголовков статей. Вот смотри. «Я пойду налево, ты пойдешь направо». Или «Куда именно послал всех Сергей Шнуров». Да, или вот «Все, что было с нами, это не забава». Исповедь Юрия Куклачева. Ну и, наконец, строчка, в которой объясняется, о каком именно издании идет речь. Итак, это было «Наше время» под названием «Жизнь». Встречайте, Стас Михайлов и Таисия Повалий с песней «Отпусти». Автор слов и музыки песни «Отпусти» – Стас Михайлов. А Таисия Повалий прекрасно дополнила творческий дуэт, который проложил путь к сердцам миллионов. Это уже второй граммофон для Стаса и третий для Таисии. Я пойду налево, ты... Пойдешь направо, оборвется небом счастья сотканная нить. Все, что было с нами, это не забава. Это было наше время под названием жизнь. Это было наше время под названием жизнь. Отпусти, отпусти, небо плачет. Я теперь ухожу, это значит, не сумели мы с тобою счастье удержать. А на сердце опять злая вьюга. Не смогли уберечь мы друг друга. И из замкнутого круга нам не убежать. И из замкнутого круга нам не убежать. Пускаю, знаю, что тебя теряю, но так будет даже лучше для нас двоих. Больше нету снега, больше нету света, больше нету блеска счастья в глазах твоих. Больше нету блеска счастья в глазах твоих. Отпусти, небо плачет. Я теперь ухожу, это значит, не сумели мы с тобою счастье удержать. А на сердце опять злая вьюга. Не смогли уберечь мы друг друга. И из замкнутого круга нам не убежать. И из замкнутого круга нам не убежать. Я
небо плачет. Я теперь ухожу, это значит, не сумели мы с тобою счастье удержать. А на сердце опять злая вьюга, не смогли уберечь мы друг друга. И из замкнутого круга нам не убежать. Спасибо вам, спасибо вам. Иди, цветочки, тебе, моя хорошая, тебе. Моя хорошая, как звучат от вас эти слова, Стас. Дорогие друзья, вручать премию «Золотой граммофон» спасибо Стасу вам. Михайлову спасибо. И Таисе Повали будет человек. Спасибо. Гора. Абсолютный чемпион мира по армрестлингу Денис Цыпленков. Заслуженная артистка России, балерина. Вы уже знаете, кто это. Неужели она здесь? Анастасия Волочкова! Моя хорошая! Ваши песни проникают, конечно же, в сердца людей. Я знаю, что многие, слушая их, просто плачут. Но вам сегодня повезло вдвойне, потому что вы поете дуэтом с женщиной, которой восхищаются миллионы мужчин. И вот как раз они вам сейчас завидуют, так что у вас двойной праздник. Я честь имею наградить вас золотым граммофоном. Также я понял миссию свою, почему меня сюда пригласили. Денис, да вам не нужно говорить, ну бросьте вы это гиблое дело. Денис, ваша миссия вам оставить всех в живых. Деться, Денис, ну не, поверьте. Не надо, не буду. Я вас умоляю, подождите. Я праздник, подхожу к вам не раздевать. Потому, что хочу оказаться рядом с Анастасией. Весь зал, все женщины, все разведенные женщины, которые любят Стаса Михайлова, все просят не вас, Денис, тоже, раздеться. Денис, идите сюда. Иди сюда. Зачем? Давайте, выйдите, пожалуйста. Идите сюда. А ну иди сюда, иди Господи, сюда. Господи, у него а руки, давай. Как мои Черт. Ноги. Ты что-то сказал? Главное, успею убежать. Это давай, потрясающе. Давай, давай. Ребята, это тело. Я видел этого человека в журнале и в страшном сне. Здравствуйте. Боже, какой... Это какое-то прямо буйство стероидов, подождите, Денис. Вы что, заглядывали в улей? Или что это? Посмотрите, что это за человек. Я думал, у меня самый красивый бицепс. Настя, давай с тобой поиграем в игру. Ты будешь Цискоридзе, а я Волочковой. Можно? Я всегда мечтала. Можно я на тебя прыгну? Тихо, внимание. Лошадь. Два. Три. Четыре. Боже, Денис, прыгай на меня. Не буду. Ты не готов, я вижу. Слушайте, фотофиниш показал, да. Первая пришла, молодец. И мы еще раз поздравляем Стаса Михайлова, Таисию спасибо. Повали. Спасибо, люди. Передавайте граммофон, оставьте его у себя на память. Спасибо вам большое. Стас, не отпускай больше Таю. Ну что ж, следующая наша певица, она тоже пишет красивыми стихами. А на море белый песок. Может быть, кто-то, услышав эти строчки, подумает об отдыхе на Мальдивах. Ну а кто-то, стоящий рядом со мной, конечно, вспомнит о том, что сахарный песок подорожал. Твои колкости мне нипочем. Встречайте, Жанна Фришке! А на море белый песок. Пролетели лето.
другом конце земли. Ты сейчас не спишь, вспоминаешь обо мне. Это было как во сне. Лето маленький секрет в сердце сохрани. Спасибо вам огромное за эту песню. Вы знаете, я услышала тут строчку: прочитаю СМС, я скучаю СОС. И вот я тоже придумала несколько строчек. Например, поступала в МГУ, поступила в ПТУ. Ну или у меня есть USB, я ведь гость тут VIP. Мне кажется, тоже круто. Я тоже придумал немножко. У ребят из НХЛ все размером XXL, ну и так далее. А тем временем я приглашаю на эту сцену капитана легендарной крейсерской яхты «Апостол Андрей», единственного россиянина, награжденного Королевским крейсерским клубом Великобритании медалью за искусство мореплавания и медалью США «Голубая вода», кавалера ордена мужества Николай Андреевич Летау. На тех широтах, где ходил апостол Андрей, единственным рупором русского радио были динамики нашей яхты. Еще раз всех с праздником. Переходя к сегодняшнему дню, я с огромным удовольствием поздравляю Жанну с этой победой очередной ее. Я думаю... Николай Андреевич, а вы скажите, извините, что перебиваю, только одну вещь. Вот как капитан, вот такую женщину, как Жанна Фриске, вы бы взяли на свой крейсер? Ведь говорят, что в море женщина к беде. Такую взяли бы. Не сомневайтесь. Как я вас понимаю. Спасибо огромное. Следующий певец недавно выпустил двухтомное учебное пособие для манекенщиц. Первый том называется «Выходи красиво». Второй том «Уходи красиво». Поговорит, что есть еще и третий том. Ну, типа, чё ты как маленькая? А ты вот такой вот смелый, так пошутить над Григорием Лепса. А ты видел, что он делает с женщинами своими песнями? То, что он делает с женщинами своими песнями, я делаю молча. Вот и помолчи. На сцене Григорий Лепс. Уходи красиво. Григорий Лепс считает, что уходить нужно всегда красиво. Сейчас он самый востребованный артист на российской сцене. И это его 4-й золотой граммофон. Ты мне говоришь, что совсем разбил я жизнь твою. Вся эта
начинать снова, но я тебе подпою. Как было трудно тебе, сколько лет нервы трепать мне. Дам совет, лишь совет, в нем негатива, поверь мне. Нет, уходи красиво и живи счастливо. У кого я сила запретить тебе? Если надоело, если надоело, уходи красиво, мой тебе совет. Не такой. Оставайтесь. Григорий, она... вы прекрасная. У вас очки, спасибо, как спасибо. Зрачки. Вы знаете, я большой фанат ваших песен, но у меня складывается такое ощущение, что все ваши песни, Григорий, как-то связаны с политикой. А именно, даже с конкретным человеком, с бывшим мэром Москвы. Ну, судите сами. «Я тебе не верю», «Она не твоя» и, конечно, «Уходи красиво». Я считаю, Ксения, главное не уйти красиво, а красиво вернуться. Да? Это действительно важно, потому что сейчас мы встречаем экс-руководителя пресс-службы мэра и правительства Москвы, а ныне заместителя председателя правления второй компании в мире по гидрогенерирующей энергетике «Русгидро» Сергея Цоя. Песня шикарная, мне очень понравилась, вы знаете, правда, по-настоящему. И, конечно, мне приятно особенно, что именно в этот день мне вот так вот доверено вручить премию, я считаю, выдающемуся, воистину, народному артисту Григорию Лепсу. Спасибо большое. Артур, скажи, пожалуйста, ты читал роман Януша Вишневского «Одиночество в сети»? Но если мне не изменяет память, то «Одиночество в сети», насколько я знаю, это сценический костюм Валерия Леонтьева. Помните тот «Невод на голое тело»? Я хочу пригласить на эту сцену
посмотрите, кто вышел. Ну что ж, мы приглашаем, я бы даже сказала, не слава Богу, а слава одиночеству, потому что мы приглашаем сюда певицу Славу с песней «Одиночество». Внимание, шок-трек. В хит-параде «Золотой граммофон» боролись за статуэтку сразу две песни певицы Славы. Но победила «Одиночество». Каменная леди, ледяная сказка, вместо сердца камень, вместо чувства маска. И что? Больно все равно. Одинокой кошкой, больным диким зверем, никогда не плачет, никому не верит. И что? Больно все равно. Одиночество сволочь. Одиночество скука. Я не чувствую сердца. Я не чувствую руку. Я сама так решила. Тишина мне подруга. Лучше б я согрешила. Одиночество мука. Ты в объятиях страсти укрощаешь. Знай, что она хочет, хочет покориться тебе. Проиграть в игре. Рвется она в клетку чувства и желаний. Надоело мерзнуть в царстве ожидания мной. Стань ее судьбой. Одиночество, сволочь. Одиночество, скука. Жена мне подруга. Лучше б я согрешила. Одиночество мука. Одиночество. Одиночество. Мексиканский тушкан. Боже, я увидел это. На самом деле это... Что ты увидел? Ты видел самую интересную часть, которая зрителям не досталась. Слава, вам дует на сцене холодно или это с похмелья знобит? Что? Нет, Ксения, не надо завидовать. Просто мне есть что показать народу, поэтому я сделала такой прекрасный номер. О, можно я поставлю? Артур, иди сюда. Фу. Как чужая женщина. Фу. Как это фу? Перестань. Артур, не уходите, да? Вам же нравится со мной. Славочка, вы поймите, вы вот с ним так постоите 2 секунды, пообнимаете, потом вот пообнимаете и забеременеете. Тут, знаете, слушайте, от одного прикосновения против. Можно. Я не против, потому что, в принципе, вот одинокой уже быть замучилась. Хочется как-то уже прибавления в себе. Так, тут я пошел, извини, да? Пожалуйста. Вы перестанете быть одинокой прямо сейчас, потому что к вам на эту сцену поднимется награждать вас не какой-нибудь чукотский тростник и не какой-нибудь гондурасский помидор, а самые настоящие. Настоящие русские перцы. А я напоминаю, что русские перцы... Кстати, рекордсмены, друзья. Спасибо. Это утреннее шоу на русском радио, ведущие которого попали в книгу рекордов Гиннесса, насколько я знаю, провели прямой эфир в течение 52 часов. Друзья, мы тут посовещались между собой, решили тебе аранжировочку подправить. Я думаю, Виктор Дробыш не будет против. И слова новые написать. Значит, одиночество — радость. Одиночество — круто.
Можно скушать селедку и запить ее брютом. Я сама так решила. И поставлена точка. Вот если б я согрешила... Если б ты согрешила, была бы мать-одиночка. Золотые граммофоны ждут еще тебя. В будущем обязательно. Поздравляем. Слава, как же заливистый смех. Слава. Спасибо, Русское радио. Спасибо вам всем. Я пошла дальше. Меня там ждут... Меня там ждут врачи. Спасибо. Ну а сейчас вы услышите, слава богу, не смех, а песню, которая начинается со строчек «Сердце стук, тело горит огнем, ты вошел и поселился в нем». Видимо, это песня о человеке, который живет в солярии. Видимо, это песня о тебе, Артур. Итак, друзья, Ани Лорак с песней «С первого взгляда». Свою известность певица Каролина получила благодаря телевизионной программе «Утренняя звезда 95». Тогда же украинская дива стала известной как Ани Лорак. На сцене «Золотого граммофона» певица выступает уже второй раз. Ты знаешь, с первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов соединила, не отпустила нас любовь. И в небе я зажигаю яркие звезды для тебя. Будешь со мною самым счастливым, знаю я. Пусть теперь будет твоим мой дом. Я приоткрыла дверь, мне лишь ты нужен, поверь. Ты знаешь, с первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов соединила, не отпустила нас любовь. И в небе я зажигаю яркие звезды для тебя. Будешь со мною самым счастливым, знаю я. Ксюша, а ты хорошо училась в университете? Ну, естественно, у меня красный диплом МГИМО, даже Ани Лорак об этом знает. А, красный, потому что под цвет туфель, наверное, да? Такой, я представляю этот диплом. Есть такой кожаный, обитый мехом горностая. Открываешь, и там твоя фотография из плейбоя. Неплохо. Подожди, а кто тебе показывал мой диплом? Я не понимаю. Режиссер. Итак... Встречайте, актеры сериала «Универ» Мария Кожевникова и Виталий... Дагомский. Дагомский.
Действительно, все в нашей жизни происходит с первого взгляда и с первой улыбки. Анечка, мы вас поздравляем с такой замечательной песней, за которую проголосовали зрители. Они вас любят. И ваши песни действительно дарят добро и позитив. Поздравляем. Знаете, сегодня переполняет счастье, потому что я еще автор музыки этой песни. Поэтому мне безумно приятно. Спасибо вам огромное. Аня, правда, что на украинской мове будет кожа, будет шкіра? Шкіра. Боже, как это эротично. Ну, я думаю, экскурс в украинский язык мы продолжим за кулисами. Спасибо огромное. Спасибо. Ані Лорак. Еще раз с праздником. Спасибо. Дорогие друзья, мы продолжаем. Кстати, я хочу напомнить, что 15 лет «Золотому граммофону». Мы совсем юбилейная не сказали. Юбилейная церемония. Итак, каждый представитель следующего дуэта обладает недюжей физической силой. Это так. Ты что-то перепутал. Артур, Денис уже был здесь на сцене. Группа «Чай вдвоем» уже тоже выступала. Я сейчас говорю про дуэт Олега Газманова и Софии Ротару. И название у композиции подходящее для такого мощного дуэта. «Забирай». Олег Газманов и София Ротару. «Забирай». Песню «Забирай» Олег Газманов написал специально для дуэта с Софией Ротару. До разлуки осталось два дня, но уже по тебе я скучаю. И теперь ты поверь, обнимая, любя, даже времени не замечаю. Как тревогу прощаясь унять, что отдать тебе перед дорогой, что потом каждый день ты мечтал, так как я, возвратившись, обнял у порога. Забирай поцелуй горячего лета, чтоб они в январе согревали. Час разлуки в любви словно век, так мучительно длятся недели. Даже лето не радует, пусть будет снег, чтоб скорее дождаться капели. Почему так устроена жизнь? Не могу без дорог и просторов, но так трудно разлукой любовь проверять. Каждый миг так отчаянно дорог. Забирай поцелуй горячего лета, чтоб они в январе согревали. Олег Газманов, глядя на букеты. Не кричит, а поет. Кто у кого что забирает, Олег, обычно? Не важно, забираю и все тут. Пусть люди додумывают дальше. Название должно быть короткое. Идеально, когда это три буквы.
Сейчас на эту сцену выйдут очень серьезные люди. Даниил Вячеславович Егоров, начальник управления Федеральной налоговой службы России. И Ольга Сергеевна Семенова, заместитель начальника отдела аналитического управления Федеральной налоговой службы России. В первую очередь мы бы хотели поздравить от всей души премию «Золотой граммофон» с 15-летием. Хочу сказать, что этот год богат на юбилеи, и в этом году исполнилось 20 лет налоговой службе. Так что примите наше поздравление от именинников именинникам. Спасибо. Я, знаете, даже в страшном сне не мог подумать, что слово «забирай» в моей песне спровоцирует появление налоговой прямо здесь, в Кремле. Что происходит вообще? Но с другой стороны, я никогда не думал, что в этих службах работают такие прекрасные люди. Очень красивые. Посмотрите, а? Даже отдавать не жалко. Да забирайте все, пожалуйста. Нет проблем. В контексте этой песни. Только этого мало. Мы вас очень любим. Уважаемый человек готов спеть для нас прямо сейчас. Встречайте, бог музыки Юрий Антонов. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист России Юрий Михайлович Антонов получает в этом году почетную награду за вклад в развитие российской эстрады. Его творчество уже более 40 лет трогает сердца миллионов россиян. Та радость шальная взошла, как заря. Глаз, пеленей января.
вспоминаю, та радость шальная взошла, как заря. Сейчас вас будут награждать очень важные, ответственные люди. Специально для этого награждения сюда, к вам из зала, пришел президент русской медиагруппы Сергей Кожевников. А также приз вручает мисс Русское радио Наталья Квинт. Каждый год мы вручаем одну уникальную премию за заслуги в отечественной эстраде. Юрий Михайлович, поздравляю вас. Большое спасибо. Большое спасибо. Это первый золотой граммофон в коллекции наград. Он займет достойное место. И, конечно, это хороший новогодний подарок для меня. Золотой. Также очень хотелось бы мне сказать, что ваша музыка, вы пронесли ее через поколение, и по сей день она до сих пор остается актуальной. Спасибо вам. Юрий Антонов! Мэтр российской музыки! Ну а сейчас на этой сцене появится Вера Брежнева. Вручение золотого граммофона Вере Брежневой за песню «Любовь спасет мир» я приглашаю на эту сцену вице-президента Бинбанка Александра Александровича Лукина. Я желаю, чтобы этот символ народной любви стал для вас творческим талисманом, и платиновая карта Бинбанка стала достойным дополнением этой роскошной коллекции. Спасибо большое всем слушателям. Спасибо всем людям, кто любит музыку. Спасибо всем, кто слушает Русское радио, слушает нас. Спасибо всем, кто дарит нам свою любовь. Мир, в котором я живу, не делится на части, пока в нем есть любовь. Не в снах, а наяву, каким бывает счастье, делить его с тобой. Жила-была девочка, золотистые косы, мирила огонь и лед, небо, солнце и грозы. Я знаю пароль, я вижу ориентир, я верю только в когда прервется звук, когда утихнут страсти и станет слышен Бог. Мир, в котором я живу, не делится на части, пока в нем есть любовь. Жила-была девочка, золотистые косы, мирила огонь и лед, небо, солнце и грозы. Я знаю пароль, я вижу ориентир, я верю только в эту любовь спасет мир. Я знаю пароль, я вижу ориентир, рекою разноцветной любовь спасет мир. Я знаю пароль, я вижу ориентир, я верю только в эту любовь.
музыка, золотой граммофон. Любите друг друга, будьте счастливы. Любите музыку и танцуйте вместе с нами. Радио.